Привет, любители ужастиков! Время собраться у костра и обсудить дату выхода 13 сезона «Американской истории ужасов». Готовьтесь строить догадки и погружаться в предвкушение ужасов в 13-й части серии. Оставайтесь с нами, узнавайте новости и готовьтесь к путешествию в неизвестность. Фанаты готовятся к 13-му сезону. И «Хрупкий», завершен в США, идет в Великобритании. В 12-м сезоне новый персонаж Эммы Робертс. Анна Виктория боялась, что за ней следят, несмотря на желание завести семью. Будет ли 13-й сезон ужасов Райана Мёрфи, или 12-й будет последней свежей частью? 13-й сезон «Американской истории ужасов» — последний из трех сезонов, которые были заказаны, когда шоу продлили еще на 3 в 2020 году. Вот все, что нужно знать о 13-й сезоне «Американской истории ужасов». Создатели шоу Райана Мёрфи и Брэда Фелчака назвал тогда бесспорными мастерами телевизионных ужасов председатель телеканала FX Джон Ландграф. Они заложили основу антологической мини-серии «Американской истории ужасов» и поддерживали ее успех почти 10 лет как самой рейтинговой серии канала FX. Мы ценим вклад каждого, включая Райана Брэда и сотоварищей исполнительных продюсеров Тима Миннера, Джеймса Вонга, Алексиса Мартина Вудалла и Брэдли Бучера, сценаристов, режиссеров, актеров и съемочной группы за каждую новую незабываемую часть «Американской истории ужасов». Он продолжал. С самого первого дня «Американская история ужасов» показывала множество отмеченных наградами актеров. Чтобы сериалу вернули 14-й сезон, после этого потребуется новое продление. На данный момент фанаты могут ожидать, что антология ужасов продлится еще как минимум один сезон. Фактическая дата выхода 13-го сезона «Американской истории ужасов» пока неизвестна. Прошлые сезоны, как правило, дебютировали в Соединенных Штатах на FX в сентябре, а в Великобритании на Disney+, позже. Но учитывая, что забастовки сценаристов и исполнителей в 2023 году стали причиной 12-го сезона «Деликатного», вполне вероятно, что 13-й сезон будет отложен. Также, возможно, не выйдет в эфир до 2025 года или конца 2024 года. Идея, сюжет и сеттинг 13-го сезона «Американской истории ужасов» на данный момент неизвестны, и поскольку сериал представляет собой антологию, трудно предсказать, что он будет охватывать. Кто знает, куда пойдет следующий сезон, но предыдущие сезоны включали в себя серийных убийц, культы, особняки с привидениями, шабаши ведьм и многое другое. Хотя актерский состав 13-го сезона «Американской истории ужасов» еще не раскрыт, ожидается, что в него войдут как вернувшиеся актеры из предыдущих эпизодов, так и совершенно новые таланты, дебютирующие на телевидении.